Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Duji S40 войти в режим Fastboot. Выключаем наш телефон, после чего зажимаем клавишу громкости вверх и клавишу питания. Зажимаем. Если вдруг ничего не происходит, ничего страшного. Сначала зажимаем клавишу громкости вверх, потом питание и держим. Попадаем в данный режим. Здесь с помощью клавиши громкости вверх. Выбираем Fastboot Mode и нажимаем клавишу громкости вниз. Вот мы попали в режим Fastboot. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!